1 ноября в 19:00 Русский духовный театр «Глаз» представит спектакль «Спасибо деду за победу». Это история любви двух молодых сердец. Автора дневника 1941-45 годов, солдата Бориса Шестакова и юной военнослужащей Веры Хашевой. Это яркий музыкальный рассказ о том, как любовь прошла через войну с разлуками, испытаниями, как встретила победу. Это подлинная история сегодняшних наших дедов-родственников. В каждой семье были воины, защитники Родины. Были они и у сотрудников театра. Здесь собраны подлинные фотографии, ретро-мелодии, песни и танцы не так давно минувших лет. Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут, без антракта.